У нас сегодня ТВ «Шанс Вокал» и такие прекрасные юные участницы. Представьтесь. Меня зовут Катя. Меня зовут Анастасия. Что можете рассказать о себе и почему вы сегодня вдвоем? Я очень люблю петь, танцевать, рисовать. Мне так нравится выступать просто. Ты получаешь удовольствие от выступления на сцене. То есть, когда зрители счастливы, ты тоже очень счастлив. Сегодня я тут, потому что, во-первых, меня сюда пригласили, и, во-вторых, я очень рада тут выступать. Я занимаюсь вокалом с 8 лет. Много чего уже достигла. Мне нравится выступать, так как я могу в этот момент подарить людям радость. Ну и мы тут вместе, потому что как бы мы две сестры, и мы всегда дружны. Отлично, это самое интересное. Кто из вас старше, кто младше? Настя старше, я младше. Вы одновременно начали заниматься вокалом? Либо кто-то раньше, кто-то позже? Я начала раньше, а Катя... Я начала даже позже, Катя, а Катя раньше меня. То есть я начала в 8 лет, а Катя в 6 лет. А педагог у вас один? Да. Мы одного педагога занимаемся. А дуэтом вы не поете, не пробовали? Пробовали. У нас получается хорошо. Но сегодня дуэта не будет? Сегодня дуэта не будет? Нет, мы пока... Только очень редко поем дуэтом, а так в основном по отдельности. Хорошо, тогда расскажите, что именно вы сегодня будете петь? Какие песни? Я буду петь песню «Over the Love» на английском. И она о том, то, что ты вспоминаешь детство свое, что там было, как там все происходило. То есть ты вспоминаешь детство. А ты? Я буду петь песню «Slap That Bass» Эллы Фиджеральд. Она о том, что не нужно грустить, нужно лучше слушать джаз и слушать бас. Спасибо огромное, девчонки. Ждем вашего выступления. Не волнуйтесь, у нас очень благоприятная атмосфера. Поэтому удачи вам!